працювати і телефонувати вночі. Зась, парламент підтримав законопроєкт про захист боржників і погашення простроченої заборгованості. Серед основного в Україні створюють реєстр колекторських компаній. Без цього фірми з вибивання боргів працювати не зможуть. Телефонуючи, вони мають називатися і підтверджувати свої повноваження на вимогу боржника. А фінустанова, видаючи кредит, зобов'язана повідомити інформацію про колекторів, з якими співпрацює. За порушення колекторам штраф до 102 тисяч гривень та виключення з реєстру. Ще про новацію думають народні експерти. Ходімо дізнаємося. І вся робота повинна йти через банки, а не через якісь колектори, треті лица. Хто вони такі? Не з ними ж заключались контракти і договори? Сам факт того, що прийняли закон на цю тему, мабуть, це добре. Як він буде працювати і що в ньому написано, я не знаю, тому коментувати не можу. Я к цьому взагалі не відношусь, так що... Кредити не берете? Не беру. Давно-давно уже. Я считаю, что отношения кредитные это между клиентом и банком. Банк подает в суд, если... То есть в судебном порядке должно решаться, а не с помощью вот этих вот выбивателей долгов. А у меня знакомого сейчас коллекторы мучают, причем там, ну, какая-то левая компания выдала якобы ему кредит, который он не брал, и теперь по нескольку раз на дню названивают. Ну, сейчас там борется, как говорится, в пределах правовой нормы. Посмотрим, что дальше будет. Нужно не доводить людей до такого состояния или отказывать в кредите в случае, видя, что, ну, не загонять человека в такую ситуацию. Какие-то другие искать возможности, подходы. Я с банками не связан. С детства им не верю. Меня уже два раза обдули. Я им вообще не верю, банкам этим. Я считаю, что правильный закон. У них вообще надо упразднить эти коллекторы. А хотят сделать реестр, чтобы они четко были прописаны. А толку-то? Все равно не найдут дырочку, куда пролезть. Если ты одолжил, ты должен отдать. Как это? А как это не возвратить деньги? Скажите мне на минутку. Мне звонили, там писали угрожающие смски. Вот. Хотя я как бы не брала кредитов, у меня задолженности не было, но мне писали там с угрозами, там смски слали на мой номер. Как мне было неприятно. Ну, добавила в черный список и заблокировала. Бошка, я не буду отвечать. Параллел всем зашевелить мозгами, двумя руками взяться за метлу, чтобы вынести ее с кулуаров. Плохую саранчу.